8 июля на поле Дю США номер 2 ведущие футболисты Актобе устроили мастер-класс для мальчишек из молодежных команд футбольного центра. Петр Бадло, Марат Хайрулин, Сергей Давыдов и Андрей Харабара, несмотря на тяжелую накануне игру против Тараза, решили пообщаться с ребятами, а заодно и обучить некоторым приемам из своего арсенала. Своих кумиров мальчишки встречали от самых ворот спортшколы и бурными аплодисментами. Кроме юных футболистов, на трибунах были родители, болельщики, журналисты и даже гости из Талдыкургана, ученики Назарбаев интеллектуальной школы. Несмотря на жару, игроки Актобе с удовольствием поиграли в квадрат со своими юными одноклубниками. Робости перед старшими товарищами у воспитанников футбольного центра Актобе и в помине не было. Подтверждением тому стал тот факт, что не успел Марат Хайрулин начать катать мяч, как оказался внутри квадрата, и уже ему пришлось отбирать мяч. Команда четырех возрастов 2000-го, 2001-го, 2002-го и 2003-го годов рождения расположились в четырех углах поля, с которыми и занимались футболисты основной команды. Кто-то показывал упражнения, необходимые для улучшения работы мышц, кто-то делился секретами обводки, кто-то жонглировал, а кто-то объяснял, как лучше останавливать мяч, чтобы он был как привязанный к ноге. Как говорится, теория без практики – ничто. Поэтому было решено сыграть в двухсторонку. Игроки основы поделились поровну и пополнили ряды соперников. Двое за белых, двое за оранжевых. Игра рядом со звездами отечественного футбола показала, что мальчишки не зря посещают тренировки и принимают участие в турнирах самого разного масштаба и значения. Выверенные пасы в свободной зоне, дриблинг, удары по воротам – все присутствовало в арсенале ребят. Это приятно удивило игроков команды мастеров. Из команд четырех возрастов на поле успели выйти все. Одни четверки сменялись другими, давая возможность другим поиграть рядом с мастерами кожаного мяча. Думается, этот опыт ребята запомнят на всю жизнь. Ну а после началось невообразимое – массовый автограф и фотосессия с футболистами Актобе. В стороне не остался никто из пришедших – и юные футболисты, и их родители, и болельщики, и даже гости из Талдыкургана. Четверка игроков Актобе терпеливо расписывалась кто на чем – на футболках, на мячах, бутсах и просто бумажках. Успели лидеры главной команды области пообщаться и с пришедшими специально на мастер-класс гостями из Талдыкургана. Одним словом, в планах был обычный мастер-класс, получилось же нечто гораздо большее – живое и теплое общение будущих футболистов с нынешними игроками команды мастеров. Провожали гостей, как и встречали, бурными аплодисментами. Несмотря на усталость и предстоящую тренировку, игрокам Актобе очень понравилось общение, и они не прочь повторить это вновь.